Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. «Я хочу выразить благодарность всему личному составу за то, что в каждой территории мы имеем возможность работать, обсуждать актуальные темы, которые сегодня волнуют людей. Я не сомневаюсь, что профессионализм, ответственность, добросовестное отношение к делу позволят сделать так, чтобы в каждом населенном пункте Московской области гражданин, семья, ребенок чувствовал себя защищенным», отметил в поздравительной речи губернатор. После масштабной реставрации торжественно открыт главный дом усадьбы «Горки Ленинские». В мероприятии принял участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который подчеркнул, что туризм по ленинским местам в России – это уникальный маршрут. Сюда приезжает много туристов из-за рубежа, и наша главная задача – постараться объяснить нашу историю и сделать из этого выводы, чтобы чему-то доброму можно было поучиться и чего-то злого избежать, сказал министр. В городе Видное состоялось открытие нового здания специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасности и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения Главного управления МВД России по Московской области. В торжественном мероприятии приняли участие официальные представители МВД России и руководители органов внутренних дел Московской области. С 7 ноября по 19 декабря 2015 года в Ленинском районе проводится конкурс «Столовая для всех». Для участия необходимо проявить свои творческие навыки, смастерить удобные и добротные кормушки для маленьких живых существ. Более подробно об условиях участия смотрите на сайте biblio-vidnoe.ru.